Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас вечер, уже поздний вечер, 17 числа, 17 мая 2018 года. Мы с вами находимся в нашем доме. В нашем доме. Вот там наши некоторые сотрудники еще есть. Чешской национальности, вон чехи идут. Но не в этом дело. Вот здесь мы живем, ребят, покажу я вам свой дом, где мы обитаем. Это уже не город Неймиген, это уже город Грузбек, недалеко от Неймигена. Зайдем в наш дом, где мы живем, ребята, сейчас все посмотрим. Столы, стольчики, зонтик для отдыха летнего. Вот такой домик, 619, открываем дверку и заходим. Первое, что мы видим... В нашем доме вот такой длинный-длинный коридор. Вот такой свет у нас тут горит. И много-много дверей. Открываем первую дверь, ребят. Что мы видим? А видим вот такую двухъярусную кровать. Первый и второй ярус. И здесь такой у нас небольшой шкаф. Совершенно пустой. Выходим из этого помещения. Идем дальше. Открываем дверь номер два. Открываем вторую дверь. Смотрим здесь. Так, здесь у нас тоже вот такая вот комната. Люстра, потолок, спальное место, батареи. И здесь находится у нас тоже шкафчик. Пожалуйста, смотрим. Вот так все выглядит. Сейчас мы выйдем из этого помещения, пройдем дальше. Еще одно помещение, это уж техническое, здесь бойлер стоит, вода нагревается, всякие вещи. Третья комната. Смотрим, ребята, включаем свет. Вот такая комната, самая красивая, самая хорошая. Два шкафа, постель, вещи, пожалуйста. Вот так все выглядит. Чемодан, большая комната, двухместная. Потом мы вышли из этой комнаты. Там у нас еще комната. Здесь у нас санузел, ребят, смотрите. Душевая какая. Душевая кабина. Вот здесь я сам. Точнее, мы с вами вместе. Вот здесь так выглядит такой душ. Все вот так ограждено. Унитаз, обогреватель, раковина, зеркало, полочка. Закрываем. И вот теперь у нас еще одно самое большое помещение, это кухня. Ребят, вот так выглядит кухня. Кухня, здесь стол. И вот еще такой большой как бы холл. Столы стоят, кожаные диванчики. Еще дополнительное место спальное. Вот так вот мы и живем здесь, в Голландии. Телевизор стоит, хлебница, стол деревянный. Вот она, Голландия, ребята. Это наш дом. Вот так мы проводим здесь время. Кухня и мы с вами. Стол такой. Ну, можно посмотреть, что здесь есть на кухне. Кастрюли, вещи некоторые. Ну, посуда, как и везде и всюду. Здесь вот таким образом все выглядит. Здесь у нас, ну, понятно, здесь мойка. Здесь всякие вещи, ножи, вилки. Спички мне нужны будут поджечь ниточку. Кастрюля. И встроенный здесь такой получается холодильник. Встроенный холодильник. Кухня такая встроенная. Раз. И вот два там еще хранятся. Это как шкаф. Это уже не холодильник, как шкаф. И наверху вот такой еще маленький шкафчик. Так, здесь еще у нас есть еще шкафчик с крупой. Здесь тоже еще вот такая штучка. Все, ребята. Вот так мы живем с вами. Секунду.
Сейчас камеру поставлю. Это наш дом, это Голландия, город Грузбек, рядом с городом Нейминген. Вот посмотрите теперь, я никогда не показывал видео, как мы живем. Вот таким образом это все происходит. Жилое такое помещение, кемпинг, мы его снимаем, это не наш собственный. Мы платим за него деньги, наша компания. И живем, такие удобства, несколько комнат, туалет, ванна, душ. Ну, сами все видели. Так, ребята, все, всем пока. Видео познавательное. Всем удачи, смотрим следующее, ждем. Поехали, пока, goodbye, бух.